А в водах Печоры перевернулась лодка с людьми. На ее борту находились двое рыбаков-любителей. Такова легенда очередных учений. По сценарию на место ЧП незамедлительно отправился отряд поисково-спасательной службы. Операция по вызволению утопающих длилась всего несколько минут. До пострадавших сотрудники ПСС добирались на моторной лодке, а затем были применены спасательные круги. В итоге оба рыбака благополучно оказались на суше. Направлены они на спасение, предупреждение, так как в округе у нас каждая вторая семья имеет лодку, поэтому часто люди выезжают на воду, и на воде может всякое случиться. Ну, отлично, отработали, все хорошо, постарались более как бы правдоподобно сделать, мне кажется, все получилось. Подобные тренировки в Ненецком округе проходят регулярно, а по статистике в водах региона ежегодно гибнут люди. При этом неважно, летом, весной, зимой или осенью. Главная причина несчастных случаев – невнимательность самих утопающих.